Семена огурцов самоопыляемые, ранние. Привезти эти товары, а также садовые инструменты, инвентарь, осветительные приборы, хозтовары, строительные инструменты и оборудование и многое другое вы можете у официального представителя компании «Планета Агро». Ссылки указаны в описании под видео. Перейдем к рассмотрению каждого сорта в отдельности. Фыжик F1. Вегетационный период 42-44 дня. Форма удлиненная. Цвет темно-зеленый, вес 90-110 граммов, длина 10-12 сантиметров. Бодина F1. Вегетационный период 43-48 дней. Форма крупнобугорчатая, цвет зеленый, длина 10-12 сантиметров. Маринга F1. Вегетационный период 40-45 дней. Форма цилиндрическая, крупнобугорчатая, цвет темно-зеленый, длина 8-10 сантиметров. Вес 65-75 граммов. Кураж F1. Вегетационный период 41-46 дней. Форма цилиндрическая, цвет зеленый, длина 10-12 сантиметров. Бабушкин лучок F1. Вегетационный период 38-41 дней. Форма крупнобугорчатая. Цвет темно-зеленый, длина 8-10 сантиметров. Дедушкина внучка F1. Вегетационный период 40-42 дня. Цвет зеленый, длина 12-14 сантиметров. Эфенди F1. Вегетационный период 42-43 дня. Форма цилиндрическая, цвет темно-зеленый, вес 90 граммов, длина 14-16 сантиметров. Представленные сорта подходят для выращивания в парниках и в открытом грунте. Растения устойчивы к поражению вирусом огуречной мозаики и грибковым болезням. Вкусовые качества высокие. Рекомендуются для потребления в свежем и засолочном виде.